Добрый вечер. Добрый вечер, друзья. Сегодня среда. Как всегда, вечером в 9 часов, когда уже многие готовятся ко сну, или, по крайней мере, успокоились от дня насыщенного. И вечером мы в среду проводим эфиры с выдающимися интересными мастерами в нашем пространстве «Тонкие материи». Меня зовут Роман Атри, я ведущий проекта «Тонкие материи». Этот проект посвящен прикладной биоэнергетике. Если для вас знакомы такие слова, как ЦИ, прана, энергетика, и эта область вас интересует, то вот мы про это. Вот мы выбрали такой контекст. У нас проводится обучение на нашем сайте, у нас есть YouTube-канал, группа в соцсетях. И в среду мы обычно проводим встречи с мастерами, которые могут помочь нам расширить, может быть, наше видение, чтобы наши прикладные методы энергетики не превратились в какую-то бытовую магию. И поэтому мы вот общаемся. Добрый вечер, друзья. Вижу ваши комментарии, вижу, что вы уже пишете. Добрый вечер, добрый вечер. Сегодня у нас удивительный гость, уникальный. Я, ну, как сказать, знаете, может быть, не принято в русскоязычной традиции прямо так вот говорить о человеке, там, выдающийся, современник. Но мне хочется так сказать, для меня человек такой, вот, так, огромная такая значимая фигура в нашем пространстве психологии, духовности, просто потому что, ну, человек многое, на мой взгляд, сделал. И в психологическом пространстве, в академическом пространстве расширил, может быть, какие-то светские границы восприятия психологии, духовности. Это человек, популяризатор и одновременно лидер вот пространства трансперсонального подхода. И все мы знаем, что когда говорим о холотропном дыхании, допустим, что вот есть, если холотропное дыхание, значит, Станислав Гров и Владимир Майков. Сегодня у нас в гостях Владимир Майков. Владимир, я хочу вас пригласить. Вот такое было вступление у меня. Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, Роман, за вступление. Я нормальный обычный человек, который, ну, просто вот, которому страшно везет в жизни, который встречается с удивительными людьми. И, ну, вот, несмотря на средние способности, все-таки вот такого рода встречи оказывают влияние. Поэтому удается что-то сделать. Ну, по большому счету, я, конечно, являюсь такого рода привратником, которым повезло там открыть дорогу книгам, идеям и семинарам Грофа в России, Менделла, книги Киновилбера, привести нескольких выдающихся мастеров, ну, поведать через свои фильмы кое-что, быть организатором крупных трансперсональных событий, преподавать, в том числе, трупное дыхание, трансперсональную психологию, в общем, делать много разных интересных дел, потому что ведь не каждому, ну, так везет, чтобы заниматься интересным и любимым делом практически всю свою жизнь, чем я занимаюсь, так что, по большому счету, я просто везунчик. Да, Владимир, на самом деле, я просто воспринимаю вас как такой океан, где много что можно почерпнуть для наших вот участников нашей беседы. И как бы хочу задать некоторые контексты, да, нашей беседы. Вот, в частности, у нас такой, может быть, ну, с точки зрения таких высших материй, духовности, психологии, более такая узкая сфера. Но когда мы занимаемся этими прикладными, ну, может быть, травничество, может быть, ароматерапия, мы неизбежно подходим к такому пониманию, что, ну, цельность и, ну, как бы здоровье в широком смысле невозможно без осознания, может быть, какого-то своего направления, вектора движения в жизни и, может быть, как бы целостности души. Ну, так или иначе, мы, когда вот областью энергетики занимаемся, осознаем, что источник многих напряжений и там нездоровья находится не только в окружающей среде, не только в каких-то там генетических там последствиях каких-то
предков, ну и как бы нашего настроя, психоэмоционального настроя. И в этом смысле интересно ваше исследование вот в плане, как бы вот сейчас, в последнее время, вот в вашем пространстве слышно о вот такой, вот, такой термин даже «путешествие героя», о том, что вы нашли не только, ну, скажем, такое классическое воззрение там 60-х, 70-х годов, когда говорили об этом психологи, но как бы в более широком контексте раскрыли вот это исследование, путешествие, как бы обретение своей, ну, целостности души и вот какого-то некого движения в пространстве. Вот хотелось бы об этом поговорить. То есть как влияет наше движение и прохождение через какие-то этапы жизни, влияет на, в том числе, наше, ну, как бы, здоровье психологическое. Очень большая, очень интересная тема. И вы затронули столько разных аспектов этой темы. Ну, можно начать с любого аспекта. Но прежде всего, часть и целое. Метафора исцеления, воссобрания себя. Это одна из базовых или стратегических образов, метафоров, воззрений, парадигм, как угодно. Наиболее общих картин здоровья или движения к здоровью. Да, недаром, вот, когда мы говорим «здоровье», мы подразумеваем целостность, исцеление, да, не какая-то часть, не какой-то кусочек, а это вот быть здоровым, значит, означает быть целым. Недаром процесс исцеления – это воссобрание себя, то есть того-то, что, ну, отпало от меня, то, чем я, ну, не владею в полной мере. И недаром процесс, например, психического нездоровье связано всегда с тем, что что-то во мне расщепляется, что-то становится не мною, что-то прячется за заборами психологических защит. Да, и процесс выздоровления – это воссобрание, это установление связи вот с тем, что где-то там в глубине, в бессознательном. И процесс человеческой жизни, ну, можно описать метафорой, ну, того, что в детстве мы бегаем и прыгаем по пространству жизни, как просто по природе, где хотим. Да, для нас нет никаких-то намеченных, разрешенных троп. Все можно. А вот уже в более взрослом возрасте мы ходим по определенным дорожкам, аллеям, двигаемся по магистралям, соблюдаем правила движения, и шаг влево, шаг вправо часто штрафуется или даже карается более суровым образом. То есть, помните, по ниточке, по струночке ходить я не желаю, отныне я живая, да? То есть вот выход за пределы этих правил, рамочек, стандартов и возвращение в каком-то смысле к свободе детства – это для нас тоже синоним жизни на всю катушку. Мы живые, да, и как противоположность мы скованные, ограниченные, а значит, нездоровые. И вот одним из синонимов таких глубинных метафор здоровья, наверное, является жить на всю катушку, жить свободно, жить спонтанно, дышать полной грудью. И вот это очень важно, наверное, для каждого человека. Ну, еще я бы сюда добавил тоже очень важные общечеловеческие метафоры, связанные со счастьем. Посмотрите, сколько книг на эту тему. Насколько важна тема счастья, идеалами счастья пронизаны все самые высокие человеческие идеалы, проекты, социальные проекты, стремления, мировые религии. Да, поэтому когда мы говорим о здоровье, это не только, ну, какая-то вот норма. Вот есть здоровье, есть патология, да, определяемая, ну, какими-то медицинскими критериями, в основном относящимися к здоровью тела. А это намного более объемные, обширные, включающие все измерения человека определения. Да, то есть в здоровом теле здоровый дух, говорят, здоровая жизнь, здоровый человек, ценности реализации. То есть мы должны жить полной жизнью, мы говорим, да, осуществлять себя. Но есть некоторый вариант. Вот во всех измерениях здоровья, во всех измерениях жизни, он как раз связан вот с главной темой вот всех ваших бесед, программ и линий, с темой энергии. Да, то есть
Мы, здоровье связано с тем, что мы хозяева энергии жизни на всех уровнях жизни. Энергии витальной, то, что называется, например, в традиции йоги кундалини, или энергия ци, связанная с жизнью, витальной энергии, либидо у Фрейда, вот такая биологическая, сексуальная энергия. С энергией человеческой, энергией смысла, энергией воли. Помните, у Виктора Франкля что спасало в концлагере? Воля к смыслу. Да, то есть вера, знание, что мы сможем это преодолеть. Высший смысл. Согласно исследованиям Google, тысячи самых успешных корпораций, номер один фактор успеха – это видение, это призвание, это большой смысл, большая картина. То есть, если, другими словами, целью деятельности корпорации является только бабло, заработать больше денег, ни хрена, никакого успеха, и в топы никогда не выйдешь. То есть, должно быть нечто большее, вот этот могучий драйв, связанный с важнейшими ценностями человека. И корпорация, почему поддерживается продукт и деятельность людьми? Потому что это соответствует не только утилитарным поддержанию там, выживания потребностей, но и ценности человеческой. Но есть еще и духовные смыслы, духовные ценности, высшая духовная энергия. Да? То есть и в значительной степени это тоже определяет нашу жизнь. И, конечно же, есть такая многосложная игра между материальным миром и материальными, витальными энергиями, человеческим миром, человеческими энергиями и духовными энергиями. И, как мы хорошо знаем, ну вот возьмем, к примеру, так называемые бизнес-планы в мире бизнеса. Да, вот ты приносишь бизнес-план там, потенциальным спонсорам, там, инвесторам. Они смотрят, нет, норма прибыли слишком малая, там, зарабатываем мало денег, не пойдет. Да, вот очень часто вот, потенциальный доход, измеряемый в деньгах, является важнейшим критерием бизнеса. Но ведь помимо того, что может быть доход в деньгах, может быть доход еще и в социуме, в связях, в человеческих ценностях и измерениях. И то, что невыгодно или маловыгодно, малодоходно с точки зрения бизнеса, может быть очень выгодно с точки зрения роста человеческих ценностей, человеческой энергии. И может быть очень еще более выгодно с точки зрения духовной энергии. Ну, в Тибете половина людей практиковала и жила в монастырях, не создавая материальных ценностей, а поддерживая духовный социум и занимаясь духовной работой. Да, и они жили на подаянии, по сути. И это было очень стабильное общество. Да, институт саду в Индии. То же самое, вот эта метафора и взаимодействие сложного энергии в нашем организме. И мы хорошо знаем, например, из ну, вот, того, что сейчас притча в языцах, психосоматика, о том, что да, не только тело влияет на мою душу, но и душа моя влияет на тело. И устойчивые, хронические, негативные эмоции при повторяющемся хроническом происхождении в моей жизни, сложные чувства, страх, противоречие, гнев, зависть и гордыня, они приводят к определенной психосоматике. И кто-то умирает, как известно, от головы, кто-то умирает от сердца, да кто-то умирает от живота. И в современной психосоматике в разных школах ну, показано уже на громадном количестве примеров, какие негативные эмоции, неизбежно повторяющиеся, приведут к определенным серьезным проблемам на уровне тела. Существует ну, гигантское направление исследований, которое называется эффектом плацебо. О чем оно говорит? О том, что состояние ума в очень большой степени влияет на состояние тела, на состояние здоровья. В тибетской медицине, например, я немножко изучал и сталкивался, и читал трактаты по тибетской медицине, и тексты гуру Падмасамбхавы, в высшей медицине считается пребывание в высших состояниях. Они лекарственны.
Они вырывают с корнем семена негативных эмоций, приводящих в конечном счете к серьезным разладу энергии и телесным проблемам неизбежно. Поэтому вот читаешь тексты гуру Падмасамбхавы, ну, книжка на русском языке, «Советы рожденного из лотоса». И там говорится о том, что вот пребывая вот в этом высшем состоянии, единении в изначальном состоянии, и тогда вот семена самоосвободятся. И ты достигнешь выздоровления. И в великих духовных традициях мы можем найти многочисленные подтвержденные факты. Ну, возьмите даже вот такую европейскую традицию, в Штатах она была наиболее популярна, Мэри Беккер Эдди, «Христианская наука». Вот на эту тему у Ромен Ролана есть замечательная книга, тоже вот о ней. И колоссальное количество сведений о том, что высшее состояние, в которых мы пребываем, вот, даже непродолжительные высшие состояния способны радикальным образом и менять ситуацию здоровья и оздоравливать, в том числе и телесные состояния. И я сам, как человек, практикующий холотропное дыхание, через мои семинары по холотропному дыханию прошло свыше 15 тысяч человек вот за все время, когда я с 92 года веду эти семинары, сталкивался с многочисленными примерами того, как даже в одной сессии холотропного дыхания при проработке глубинных состояний и глубинных травм, например, травм рождения, которые есть у каждого из нас, травм раннего детства, который тоже отзывается в нашей жизни, возможно, ну, радикальные изменения в настоящем. То есть ко мне приходили люди на костылях и, что называется, уходили танцуя на своих ногах. То есть были проблемы радикальные с позвоночником, с опорным аппаратом, с дыханием. Дышали люди даже после инфаркта. Ну, это, что называется, уже такой психотерапевтический фольклор. Но если вернуться вот к другому аспекту вашего вопроса о, скажем, героическом путешествии исцеления, то... Я бы сейчас немножко уточнил, да, немножко прерву, да, потому что вы говорите, у меня просто такая радость, потому что вы как будто всем некоторые мои вопросы уже рассказали и о тибетской медицине, да, в том числе. Вот уточнение, что ведь... Знаете, есть медицинское восприятие, да, здоровья, то есть, грубо говоря, есть ранка, да, то есть ты ее чем-то помазал, заложил и как бы, ну, потом ватку выкинул, и она там залечилась, там, как-то заросла. И вопрос именно то, что мне вот любопытно, что есть, ну, как сказать, что здоровье связано не просто со статикой, понимаете, не только, ну, прийти в, ну, даже какой-то... может быть, в духовное состояние, и там как-то остаться, в самадхи там какое-то. А что это какой-то, ну, процесс. И вот этот процесс, как, знаете, и сжатие, разжатие, сжатие, разжатие. И вот он сопровождает всю нашу жизнь. В каком-то момент нам необходимо, мы чувствуем, нужно сконцентрироваться, а где-то нам нужно вот раскрыться. Вот я к этой вот, дополнению по поводу путешествия героя хотел вот дополнить это. Спасибо. Давайте вот немножко вот сузим чуть-чуть для начала область и вот поговорим немножко о психическом здоровье. Что это такое и какое отношение психическое здоровье имеет к героизму и к путешествию героя. Как мы могли бы вот на этом языке его лучше понять? Ну, прежде всего... Как известно, наша жизнь наполнена противоречиями и экстремальными ситуациями, которые с нами происходят. То есть, ну, например, резкими перепадами внешней ситуации. Вчера была одна, скажем, ситуация, связанная с космическим ветром и активностью Солнца. Сегодня другая. Изменилось давление. И кто-то люди, вот гипертоники там, чувствительные люди, метеочувствительные на это реагируют. Земное эхо солнечных бурь, как говорится в известной книге. Ситуация, связанная, например, с радикальным изменением обстановки. Что творится сейчас в мире? Во многих странах люди голодают, во многих странах рвутся снаряды, взрываются бомбы. И мы знаем, например, на Кавказе сейчас происходит что-то ужасное.
в Нагорном Карабахе, или в Сирии, или в половине Африки, в Латинской Америке. Ужасные страдания людей, и, конечно же, это отражается на нашем психологическом здоровье, у каждого из нас. Неизбежно мы проходим через величайшие страдания в момент рождения, это травма рождения. И конкретика прохождения, обстоятельства конкретные, что там происходило в момент рождения, оказывает на нас очень сложный, многомерный отпечаток и заглатывает семена будущего развития, будущих препятствий, будущей чувствительности или индифферентности в жизни. Гроф очень подробно с многочисленными клиническими примерами описал это в своих книгах, как травма рождения, как она отзывается в нашей жизни, какие семена закладываются, например, в будущей психопатологии и возможных психических непорядках. Ранний период детства, до одного года, когда мы еще не общались, не говорили, и могли только смотреть, улыбаться, гулькать и кричать. Да, мы еще не общались на человеческом языке, и наши, возможно, молодые родители не очень-то понимали тот язык, единственный, которым мы владели. И поэтому, естественно, многое пропускали, может быть, были самые уставшие, не подходили к нашей постельке, сменить пеленки, или когда нам не хватало, нам было очень страшно, мы кричали, и мы не получали того, что нам необходимо. И Гроф говорит, что вот две главные травмы мы все получаем в детстве. Травма от избытка внимания, нас перекормили чем-то, вот нам не нужно было этого, мы хотели, чтобы нас оставили в покое, а вот нас все тетешкали, донимали и так далее. Или наоборот, когда мы кричали, 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 а никакого отклика на наш крик не получили. И тогда послание от родителей, от мира, которое мы получали, сколько ни кричи, помощь не придет. Или сколько ни отбивайся, тебя все равно будут вот мучить, кормить там до тошноты там всем вниманием, играми, и в покое никогда не оставят. И вот эти базовые травмы затем наполняются и другими. Возможно, у нас были болезни или травмы в детстве. Ну, кто-то заболевает инфекционными болезнями, у кого-то осложнения после родов, по недосмотру, возможно, что-то упали или уронили. И все это оказывает на нас большой отпечаток. Или иногда мамы, мы можем увидеть на улице, отчитывают своих детей. Очень грозно, очень жестко. «Как ты не смеешь? Я от тебя устала!» и так далее. А представьте, что чувствует маленький, слабенький ребенок, который ничего не может этому противопоставить. Мама, источник жизни, еды вдруг обрушивается на него. И вот это радикальное непонимание и радикальная неспособность все это воспринять в свою жизнь. И происходит расщепление во всех этих ситуациях. Как ящерица отбрасывает свой хвост, так и мы в процессе взросления, в конфликтных, противоречивых ситуациях отбрасываем части своей души. Просто для того, чтобы вот с тем, что осталось, выжить и двигаться дальше. И вот все, что мы отбросили, все, что не можем, с чем мы не можем объединиться, что мы не можем переварить, что не можем понять, с чем не можем совладать, эти энергии защищаются, потому что они тревожат нас. Вот вдруг откуда-то эта мама пришла, ужасная, великая и ужасная богиня, Баба-Яга. Нет, наша мама хорошая, она заботится о нас. Или папа, который тоже что-то такое сделал, может быть, пьяный там. Мы тоже это отбросили. Или друг, который нас предал в более позднем, может, возрасте. Или что-то еще в нашей жизни произошло. И вот все это отщепляется, все это отдаляется. И с этим одновременно мы теряем энергию, теряем ресурсы, теряем свободу. Мы уже, здоровье. Мы защищаемся, теряем здоровье. И процесс психологического выздоровления как раз состоит в том, чтобы стать более свободным, более воспринимаемым. А вот я не могу то воспринимать, например, я застенчивый почему-то. Я слишком стыдливый, я слишком ограниченный, я слишком скованный. И вот что меня сковывает? Почему я застенчивый? Почему я такой пугливый? Почему я такой нерешительный?
Да, или почему я взбалмошный такой слишком и неконтролирующий? Это связано вот с этим индивидуальным сложным процессом. И процесс психотерапии, он всегда связан с тем, что мы начинаем устанавливать контакт с травмирующими ситуациями, с энергиями, которые ищем пути, как вернуть эти части нас. И он, как правило, начинается уже в возрасте, когда мы ощущаем, когда уже мы достаточно взрослые, когда мы ощущаем, что вот детство-то ушло, и дни, которые в детстве были такие длинные, такие бесконечные, такие радостные, в них было столько много событий. Почему-то вот сейчас, когда я взрослый, такие короткие. Не успели проснуться, уже вечер. В них так мало событий. И нет вот того ага, открытия, того счастья, той свободы, той свежести и той радости. И нам хочется опять в каком-то смысле вернуться в детство. Хотя на самом деле вот в эти ресурсы, в эти свободы, во взрослом возрасте мы ищем людей, которые могут нам помочь. И если нам повезет найти хороших экспертов по воссобранию нашей души, мы с ними работаем, и вот то, что они делают, это как раз и помогает нам воссоединиться, то есть исцелиться, да, стать более целым, вернуть то, что когда-то, по принципу ящерицы, отбрасывающей свой хвост, для того, чтобы мы выжили и смогли развиваться дальше, у нас было жизнью отнято. По разным причинам, но вот, собственно говоря, именно поэтому процесс воссобрания себя, процесс исцеления и является одновременно героическим путешествием. Потому что герой возникает только там, когда есть препятствия. И то, что мы когда-то отбросили, то, что ограничивает нас, то, что мы себе запретили, то, что у нас отнято и является нашими препятствиями к росту, к счастью, к развитию, к творчеству, к отношениям открытым и вообще ко всем человеческим делам. Да, если мы с этим не разобрались, то мы и духовные плоды тоже не осуществим в своей жизни. Я беседовал со многими выдающимися экспертами, ну, Кен Вилбер, Станислав Гроф, Арни Миндел о взаимосвязи психотерапии и духовной практики. И они все единодушно говорили мне с многочисленными примерами о том, что без реальной работы по воссобранию себя, которая только в достаточно ограниченном аспекте, ну, вот современная магистральная академическая психотерапия способна делать, невозможно серьезных духовных плодов, невозможно серьезных творческих достижений, невозможно полного раскрытия себя в человеческом мире, в отношениях, невозможно быть хорошим партнером, невозможно быть полноценным родителем, который, ну, может заботиться и вырастить своих детей, дать им по максимуму все, что возможно. Поэтому вот у каждого из нас с мира есть многочисленные препятствия. И только тогда, когда мы преодолеваем эти препятствия, когда мы боремся с преградами, преодолеваем вот эти запреты их чудовищ, то есть когда мы герои, мы можем достичь цели. Поэтому, по большому счету, проблема исцеления души – это и есть величайшее героическое путешествие. И здесь, конечно же, вот открытия Джозефа Кэмпбелла, которые первоначально были сделаны в 1949 году, это время публикации его книжки «Герой с тысячу лицами» или «Тысячеликий герой» в другом русском переводе, это вот такая первая весть миру на эту тему, о том, да, что путь к целостности, к здоровью, к исцелению, к большим ресурсам – это всегда героическое путешествие. И, вглядываясь в человеческую историю, в мировую мифологию, Джозеф Кэмпбелл сказал, что это известно людям с древнейших времен. Мы с древнейших времен следуем этому пути. И если современные люди хотят быть более целостными, то нужно брать пример с наших предков. Да, мифы, открытие Кэмпбелла, это нас с вами. То есть мифы – это в том числе и аналогия нашей жизни. И именно поэтому вот с середины 70-х годов, когда
Джордж Лукас молодой познакомился с идеями Кэмпбелла, он переписал сценарий вот первого фильма «Звездных войн», «Новая надежда», эпизод четвертый, да, по модели Кэмпбелла, и фильм стал супер популярным. Одним из первых блокбастеров, потребовал продолжения, и это открыло врата идеям Кэмпбелла в мир большого кино и большого медиа, потому что вот по модели путешествия героя, такому мономифу, универсальной структуре, стали писать книги, делать телепередачи, снимать не только фильмы, но и ставить спектакли и так далее. То есть это стало вот таким большим образцом для подражания для всех. Но с тех пор прошло много лет. То есть с 80-го года, скажем, когда эти идеи уже плотно вошли в мир Голливуда, 40 лет, и за это время, безусловно, мир тоже изменился. Любопытно. А именно появилась новая психология с 69-го года, трансперсональная психология. Позже Кен Вилбер, который был один из лидеров трансперсональной психологии вместе с Грофом, Майклом Мёрфи и так далее, с Роджером Волшем, создал интегральный подход. То есть пошел дальше, включил в интегральный подход исследование всей гуманитарной науки и духовных традиций. И предъявил такие очень строгие критерии гуманитарным и научным критериям этого подхода, то есть очень продвинул. Параллельно Арнольд Миндел, который первоначально отталкивался от юнгианства, сумел воссобрать не только ключевые инсайты Карла Густава Юнга в свой новый подход, работа со сновидениями, но и откровения гештальт психологии и работы. Он по первому образованию квантовый физик, работает в мире точных квантово-механических релятивистских наук. То есть он стратегические знания и метафоры из точных наук привнес в поле психологии. И поэтому это тоже получило очень новый импульс. И мне, поскольку повезло быть в очень хорошем отношении, в контакте со всеми этими замечательными людьми, публиковать и книги, многому учиться у них, участвовать в больших программах и брать у них интервью, мне повезло как-то вот увидеть то, что первоначальная идея путешествия героя Джозефа Кэмпбелла в настоящее время независимо развивается в разных областях, в мире искусства, в мире бизнеса, в мире трансперсональной психологии, интегрального подхода, в мире спиральной динамики. И вот удалось собрать такую большую карту путешествие героя. И там есть, конечно, и классическая кэмпбелловская область, относящаяся к мифическому путешествию героя. И с тех пор прошло очень много времени с кэмпбелловских идей. И мировые знания о мире и о бессознательном тоже изменились. Грубо говоря, мы можем соотнести различные уровни путешествия героя такой с классическим делением души или психики на бессознательное, сознательное и сверхсознательное. Да, то есть мифическое путешествие бессознательное, экзистенциальное путешествие это создательное в мире человека и сверхсознательное духовное. Это духовное путешествие. Но в каждом из миров, в бессознательном, в сознательном и в духовном есть колоссальный человеческий опыт. И очень точные, детально детализированные карты жизни, путешествий, навигаций. И поэтому для более точного исследования этого мира мы можем использовать все богатство человеческого знания. Вот, собственно говоря, я начал эту работу и какую-то первоначальную, конечно же, версию предлагаю сейчас то, что мне удалось собрать, потому что это тоже очень важно. Пару слов. Если мы этого не делаем, то по инерции мы будем соскальзывать в первоначальную модель, которая была предложена Джозефом Кэмпбеллом 70 лет назад. И до сих пор, к сожалению, эта модель еще очень сильна, и ее используют и в бизнес-тренингах, в психологических тренингах, и в мировом масс-медиа, в производстве кинофильмов и так далее. Да, она сейчас выглядит немножко двухмерной.
Но она, вот как еще Рабинда говорил о дорациональном, рациональном, пострациональном. Кен Уилбер говорит, вот эта тема до надзаблуждения. То есть вот это вот то, что вы говорите, оно как будто вот эти три уровня, ну, как сказать, дает описание, карту вот этому направлению. И как раз я как раз хотел уточнить на тему вот это вот до надзаблуждения и вот восприятие светского пространства. Вы сказали, что до сих пор, да, и индустрия, киноиндустрия, и бизнес-тренинги опираются вот на такое двухмерное немножко восприятие, можно сказать, юнгианства. Ну вот, я имею в виду юнгианство в контексте вот темы архетипов, темы мифов. Вот эти шаги, вот что мы можем делать, чтобы вот видеть, различать вот эти уровни дорациональные и пострациональные. Это еще актуально в теме, ну, так называемой эзотерики. Вот мы называемся проектом «Эзотерика без галлюцинаций». Вот в этом контексте очень не хочется быть как бы вот в области, ну, уход, чтобы наша деятельность была уходом в сторону нарциссизма. И вот мы в эзотерике очень много этого видим, какие-то регрессии, то есть не выход в пострациональный уровень, да, в духовный, а скорее вот усиление вот этих вот дорациональных импульсов, потому что видение вот какое-то двухмерное. Да, да, совершенно верно. И вот первоначально вот идея претрансфолоси до или предзаблуждения Кена Уилбера, оно связано с тем, что с точки зрения вот нашего человеческого мира, если мы, вот, что называется, по уши живем только вот в этом здравом смысле, в рационализме, в дневном мире, если у нас нет личного опыта погружения в бессознательное, в сновидение, в глубины психосоматики и одновременно личного опыта духовного, то у нас есть тенденция, что все, что за пределами человеческого, это просто одно и то же. За пределами рации. И мы не различаем духовное и бессознательное. И имеем тенденцию редуцировать духовное к бессознательному. Или наоборот, возвышать бессознательного до уровня духовного. Да, говоря, что ну, это одно и то же. Потому что с точки зрения ограниченного, рационального, человеческого, дневного вот этого опыта, это и действительно выглядит одно и то же. Поэтому первый шаг, который сделал Кен Уилбер, это нужно различать, что есть большая шкала, и что на первый шаг к различению этого опыта – это понимание того, что это разные на сущностном уровне вещи. То есть, ну, если мы говорим, например, о трех базовых героических путешествиях, вот развлечения, которые я вел, основываясь на самой древней карте реальности человека, которая возникла еще 50 тысяч лет назад в шаманизме. Ну, мы помним нижний мир, средний мир и верхний мир. То есть бессознательное, сознательное и сверхсознательное, об этом знали уже шаманы. И уже у шаманов, между прочим, было 9 небес, то есть 9 уровней верхнего мира и 9 уровней нижнего мира, и, конечно, громадное количество уровней человеческого мира. То есть вот мы могли бы соотнести это многообразие с вот многочисленными уровнями, которые современные развивающиеся психологии или психологии развития вводятся. Например, в спиральной динамике там 10 уровней, или у Кена Уилбера в интегральной психологии. То есть не менее богатая карта была известна еще и тогда. Но по базовому уровню вот нижний мир, средний мир и верхний мир. Так вот, если мы соотнесем героические путешествия, то мифическое путешествие, сущность его состоит в том, чтобы быть хозяевом витальной энергии. Да, то есть, и поэтому недаром, когда мы говорим об этом путешествии, или завершить процесс осознавания себя. Да, то есть, выйти из бессознательного. Поэтому метафорами этого путешествия является схватка с чудовищами.
да, которые, например, в юнгианской терапии это всегда коррелирует с какими-то разрушающими энергиями, часто негативными эмоциональными энергиями, которые действительно, как мы знаем, если мы не владеем ими, разрушат все, разрушат отношения, разрушат добрые отношения между странами, как сейчас наблюдается, например, на Кавказе. И всегда является самыми важнейшими разрушающими силами, с которыми противостоит развитие человека, культурное развитие человека. Поэтому цивилизация и цивилизационное развитие – это всегда получение контроля над этими хтоническими разрушающими силами. И герои древние побеждают хтонических чудовищ. Креков, например, там, или как называется это, в древнегреческом мифе мы помним, Персей победил Крекена, да, Крекен, чудовище. С помощью, мы помним, головы медузы, да, который превращает все в камень. И это уже другая метафора. Это, да. Метафора победа, это победа над энергией. То есть взгляд Горгоны, который, под взглядом которого все живое оцепеневает, это символ вот, как бы власти понятий и концепций над нами. Мы все умертвляем, все, что попадает в плен разума, становится мертвым, неживым. И поэтому это одновременно победа над оцепеняющей властью разума. Эти сандалии, которые помогают Персею взлетать, и меч, с помощью которого вот он отсек голову Горгоны, это одновременно меч высшего знания, да, который, отсекая голову Горгоны, одновременно восстанавливает целостность познания, целостность видения мира, то есть переходу в недвойственное состояние. Вот, по большому счету, каков смысл этого древнегреческого мира, мифа. Это не только победа над хтонической энергией, но это одновременно, по большому счету, духовное путешествие. Да, но, используя классическую модель, мы не видим вот этих духовных измерений. Да, очень важно понимать и как бы заново видеть, потому что в древних мифах, поскольку героические три уровня путешествия известны нам с древнейших времен, все это существовало. Смысл человеческого, и поэтому, вот, смотрите, вот в героическом путешествии мифическим происходит переход в психическом развитии от индивида. Да, до этого путешествия мифического я как все. Я неузнаваем, я неотличим от толпы. Но если я откликнулся на зов, следовал ему, преодолел стража порога, отправился в другой мир, встретил и поборол чудовищ, я вернулся с наградой своему обществу, своему государству. И меня все узнают, то есть я обрел лицо, я стал личностью, узнаваемым человеком, который ценен для этого мира. То есть это переход от индивида к личности. В мире человеческом у нас другое путешествие. Каждая личность, хотя и уникальна, но ограничена. И встречаясь с многими людьми из человеческой жизни, мы видим, что у нас есть возможности дальнейшего развития и роста, стать всесторонне развитой личностью, достичь максимума того, что возможно человеку. И это тоже древний идеал, известный человечеству с древних времен, например, акме у древних греков, расцвет, стать мастером, стать полностью развитым всесторонним человеком, индивидуации у Карла Густава Юнга, ценности бытия у Абрахама Маслоу. Да, то есть вот все эти идеалы. И поэтому вот идеал развития в человеческом путешествии – это стать максимально, достичь максимума возможного для человека.
И, конечно, здесь очень много препятствий есть у каждого из нас. И препятствий для творческого развития, и для развития максимального в науке, например, и в бизнесе, и в лидерстве. У каждого из нас многочисленные препятствия, и поэтому преодоление этих препятствий – это героические препятствия. И одновременно эти препятствия связаны с запретами, с травмами, и поэтому это путешествие, героическое путешествие исцеления. И, конечно, в духовном мире у каждого из нас есть задача постичь окончательный смысл реальности, то есть стать подлинно реальным, выйти из иллюзии, проснуться, просветлеть, выйти из матрицы. И все эти многочисленные метафоры описывают того, что смысл духовного путешествия другой, радикально отличающий от мифического путешествия, человеческого путешествия, это свобода, окончательный смысл, окончательная реализация, стать полностью живым и реальным, да, постичь окончательный смысл всего и вся. Так что мы видим, что это разные путешествия с разными задачами, с разными смыслами, разными картами. Да, но... карта получается очень многомерная, 3D, как говорят. Да, конечно, многомерная, но поскольку мы люди и живем во всех трех мирах, и это продолжается уже... по меньшей мере 50 тысяч лет, и знание об этом транслируется на протяжении всех человеческих эпох и переходит из поколения в поколение, то мы в своей жизни проходим через все путешествия. И они взаимопереплетаются, взаимозапутываются, взаимооткликаются и так далее. И у каждого из нас своя индивидуальная версия. А, Владимир, а в этом контексте, вот то, что вы подразумеваете под эволюцией, в контексте, это что означает этот термин для вас? Вот, и вы его используете тоже периодически. Для меня базовый смысл эволюции или развития... Извините, перебью чуть-чуть. Да? Уточню, потому что мы знаем, что есть традиции недвойственности, которые говорят нам, что... обнаружите ваше естественное состояние, не сомневайтесь и останетесь в нем, грубо говоря. И в этом пространстве темы эволюции как-то не существует. Но если мы, мы живем в современном мире, да, и вот почему эволюция здесь какая-то все равно присутствует? Я, во-первых, не соглашусь с вами, потому что великий духовный мастер Чогьял Намгхал Нарбу, с которым мне повезло встретиться в 1990 году, пригласить его в Россию и общаться много-много лет в разных странах и присутствовать на многочисленных его учениях, всегда говорил, подчеркивал, как самое главное послание своего учения – эволюцию, развитие. А он редко использовал слово «enlightenment», «просветление», намного чаще говорил realization, то есть реализация, в смысле реализация, во-первых, изначального истинного состояния, но поскольку это истинное, естественное, натуральное состояние, то это и есть реальность. Поэтому для Чогьяла Намгхал Нарбу развитие эволюции – это всегда движение к тому, чтобы стать полностью реальным. Да, через реальное сущностное состояние, через высшую реальность, которая есть у каждого из нас. Поэтому в его послании, в его учении духовная практика неотделима от всех других аспектов жизни. Не существует какого-то эзотеризма отдельного от экзотеризма, от мирской жизни, от человеческой жизни, от отношений, от любви. Это все неразрывные вещи. И духовное знание несет нам весть просто о том, что оно призывает нас стать окончательно реальным. Не на относительном уровне, потому что на житейском уровне, человеческом уровне мы достигаем относительной реализации. Потому что мы не реализуем все свои возможности. Да. Поэтому... здесь, конечно, вся полнота послания у таких мастеров недвойственных традиций, она все-таки состоит в том, чтобы постоянно развиваться, используя все знания, которые открыло человечество. И в моей программе
например, вот эволюционный, потому что вот все, что я сейчас транслирую, все, с чем я работаю, передаю, все онлайн-курсы, они пронизаны вот этим знанием, этим опытом, этим эволюционным измерением. И для меня эволюция – это развитие к тому, чтобы становиться все более и более и более реальными. И это высший смысл жизни для каждого из нас. И это очень легко, между прочим, доказать на примере почемучек. Ну, как известно, трехлетние дети спрашивают там примерно 500 вопросов каждый день. А это что такое, это что такое, это что такое? Ну и мы тоже ведь все очень любопытные, все время что-то ищем и спрашиваем ответы на свои запросы, вопросы друг друга спрашиваем, пристаем, подначиваем, подкалываем. Но смысл всего этого разобраться в ситуации. Какая она жизнь, какой человек, что реально, что нет, избавиться от неведения. Поэтому само наше вопрошание уже показывает, куда мы все движемся. Нам нужна реальность, мы туда движемся, мы это ищем. И вот в ключе этого фундаментального прозрения вообще все человеческое познание, все человеческий опыт, весь наш поиск мы могли бы определить как поиск реальности. А все конкретные методы знания и практики уже понимать как инструменты эволюции, которые и помогают нам становиться все более и более реальными. Наука – инструмент эволюции, она открывает реальность. Духовные практики – другие аспекты реальности. Искусство – другие аспекты реальности, до которых не доберется никакая наука. Наука не способна выразить жизнь так, как выражает это искусство. А в самом искусстве сколько видов искусства? Потому что нету какого-то одного искусства. Потому что мы люди, и поэтому есть искусство, связанное с телом в большей степени, с танцем, с энергией. Есть искусство, связанное больше со слухом, музыка, голос, исполнение, больше связанное с визуальными аспектами. А есть искусство кулинарии, есть рестораны Мишлен, есть искусство запахов и так далее. То есть у нас есть много окнов, окон и дверей к реальному миру. И, в общем-то, искусства различные, они связаны с этим. Есть полифоническое, синтетическое искусство, где все пересекается, потому что мы люди многомерны. И более того, я считаю, что искусство в каких-то смыслах превосходит и науку, и духовные традиции. Потому что язык искусства более синтетичен, органичен, целостен, голографичен, внятен и более побуждающий для каждого из нас. То есть он вызывает более мощный, более конкретный, более сильный и более направляющий отклик в каждом из нас. И я считаю, что искусство – это самая мощная и самая сильная эволюционная практика человечества. Об этом у меня тоже скоро будет большой шестинедельный курс на эту тему. Онлайн. Владимир, расскажите, сейчас просто у вас, так как у вас очень много творческих проектов и за всю жизнь вашу прошли, что сейчас актуально, какие ваши проекты, курсы, конференции, что сейчас у вас прям вот? Сейчас вот самое актуальное, вот самое горячее, это 3-4 октября ежегодная конференция, в онлайне она будет происходить, Ассоциация трансперсональной психологии и психотерапии. Искусство, творчество как суть эволюции. И там потрясающие люди, такие как Вадик Демчок, Ваня Вырыпаев, например, Бронислав Виногродский, Дима Шеменков, лидеры российской трансперсональной психологии, практики, исследовали потрясающий кинорежиссер Константин Вихрев-Смирнов, который известен как Кос, и его жена потрясающая актриса, художница, танцовщица Лу. То есть люди искусства, люди творчества, все они будут выступать. И я вот открою конференции своим вступительным словом «Творческая эволюция 2.0». Это такой слоган из названия книги, известной Анри Бергсона «Творческая эволюция» 1907 года. Я как бы покажу новые измерения этого, этой темы.
Ну, затем нас поприветствует Станислав и Бригитта Гроф. Они уже послали приветствие, в виде приветствия. Я сегодня его уже перевел и озвучил на русский язык и покажу. И начнется программа, потрясающая программа. Дальше я сейчас веду шестидневный онлайн-курс, как раз путешествие героев. 8 историй, которыми мы живем. То есть 8 главных карт, по которым путешествуем мы в своей жизни. И это тоже очень важный инструмент для того, чтобы освободиться от медийного рабства, для того, чтобы управлять энергиями жизни, потому что героизм – это главная энергия нашей жизни, которую мы называем волей к жизни, волей к смыслу, ци, кундалини, предназначение и так далее, смысл жизни. Но это все энергия, многоликая энергия героизма. Это то, что такое героизм, то, что нами движет. Вот и овладение этой энергией чрезвычайно важно. Без нее мы никогда не будем хозяевами своей жизни. И знание вот тех базовых маршрутов, уже давным-давно выстроенных, по которым эта энергия движется, и умение быть мастерами навигации в них, это тоже, мне кажется, очень важно. Ну и побочный эффект – это начало избавления от медийного рабства, потому что мировая мега-медиамашина, то есть все кино, Голливуд, Болливуд, Диснейленд, все программы телевидения, они все еще по инерции работают по модели одномерного кэмпловского путешествия героя. Следующий, четвертый... Ваша задача – это как бы вот пробудить в этой области, в искусстве, в бизнесе, в психологии вот эту трехмерность. Трех и дальше восьмимерность. То есть, а дальше еще, на самом деле, 8 – это не конец, потому что можно дальше детализировать. Но вот как Кен Вилбер в своем интегральном подходе, что самое главное сделал? Он показал силу различающей мудрости, как говорят в буддизме, развлечения. Как это работает, какую богатую картину это создает. Это главный инструмент развития персонального измерения. Как я показываю в своем первом курсе, он уже прошел 2 раза, и тоже будет повторяться инструменты эволюции. Второй курс, который тоже прошел, сам себе психотерапевт древней практики заботы о душе, это как раз о работе с препятствиями и самыми мощными древними практиками, открытыми человечеством, которые каждый может легко освоить и пользоваться. И вот четвертый курс, который будет после третьего, который я сейчас веду, это как раз связанный с творчеством. То есть, что такое творчество, что такое искусство, почему искусство – высшая эволюционная практика, почему искусство – это главная повозка, с помощью которых мы путешествуем по душам других людей, расширяем через это свой мир. Да? Через произведение искусства мы входим в души, в миры других людей. Какие главные препятствия есть у каждого творца, какие страхи, которые мы должны победить? Да, страх смерти. И в этом смысле творчество – это преодоление смерти, это выход в вечность. Страх быть иным, то есть преодоление вот этого страха выпасть из мира обычных людей, преодолеть шаблон. И страх безумия – это, может быть, самый сильный преграда для каждого творца. Ну и, конечно же, важнейшие инструменты Творца – это магический театр сознания, владение ими. И, конечно же, это импровизация как суть творчества. То есть вот о всем этом будет, всему этому я буду передавать свой опыт, свои знания. Владимир, а есть ли какие-то сейчас проекты, связанные со съемками? Конечно, я работаю над 2 новыми фильмами. 3-м фильмом эволюционной трилогии. Он будет связан, но... Конечно же, вы понимаете, почему с героизмом и путешествием героя. Я уже снял несколько интервью, у меня есть вот такой список пожеланий, то есть кого бы я хотел, каких героев нашего времени в этом фильме снять. Потому что я знаю, что вот их послание было бы наиболее важным актуальным для всех других людей, актуальным. Ну, как бы, если у меня получится, я по максимуму достигну этих людей и сниму с ними. И, конечно же, у меня есть такой метасценарий философский, понимание того, что нужно передать через этот фильм, через эти интервью. И другой фильм – это фильм «Сад человеческих душ». Это о жизни, творчестве Вильюса Орвидеса, потрясающего литовского скульптора, который своей жизнью показал, что каждый человек может стать творцом и освободиться через творчество.
Поэтому я буду говорить о его жизни, о его опыте и покажу вот удивительный сад, который он создал, удивительные скульптуры, нераздельные от ландшафта, от природы. И это для меня величайший пример, вот как я сказал, того, что каждый человек может освободиться через творчество. Вот два проекта основных в кино, которые я работаю. Ну и, конечно, у меня еще 20 порядка синопсисов того, что я хотел бы снять. Вот короткие названия синопсиса, например. «Твори» – это об искусстве импровизации. Дальше «Мысли» – это о том, что такое философия мышления, настоящее мышление. Да? «Живи» – что такое жить на всю катушку, например. Там, да? Ну и так далее. Вот это такие слоганы, которые вот у меня на внутреннем языке, вот я означаю темы, которые интересуют меня, ну и, наверное, будут интересны многим другим людям. Владимир, большое спасибо. Я, друзья, пожалуйста, напишите ваши впечатления и как вы вот слушали. Я просто хотел своими впечатлениями поделиться. Я запитался, то, что творческий импульс, который у вас, я осознаю, что этот же импульс есть и во мне, при реализации каких-то задумок и каких-то проектов. Каждому из нас есть величайший творец, и мы можем. И спасибо, Владимир, что вот вы запитали нас вашим присутствием. Вот, и я чувствую счастье, потому что я обычно что-то спрашиваю, но мне не очень хотелось спрашивать, хотя вопросы были. Вы на многие вопросы ответили уже в процессе беседы, затронули многие темы, которые меня волновали. Вот. И, конечно, я очень благодарен, что вы откликнулись и побеседовали. Я счастлив. Спасибо, Роман, за ваше замечательное пространство, созданное, в котором так приятно, так легко общаться. Спасибо, дорогие друзья, за то, что вы были с нами в этот вечер. И хотя я не видел вас, но я видел ваше, чувствовал ваше присутствие. И именно вам я старался передать свой опыт. Спасибо. Да, спасибо, спасибо, друзья. Комментарии, наверное, впечатления придут чуть позже сейчас. Вот, потому что вы так говорили, вы знаете, что, ну, честно говоря, погрузились мы в некоторое пространство духа, наверное, это можно так назвать. И хотелось больше слушать, а не разговаривать. Спасибо вам. Вот, есть уже. Всего вам доброго. Да. Во всех странах, во всех местах, где вы находитесь. Хорошо, спасибо. Счастливо. Спасибо вам. Удачи всем.